Шибун, можно играть в одно касание, но сохраняет Шибун мяч у себя. И практически здорово прокидывает мяч, можно забивать, удары, это гол. И в этот раз все четко, все по правилам. 1-0. Киралиди отдает передачу на ход Левковцу. Левковец отлично разыгрывает, какой прекрасный гол в исполнении Андрея. Левковец и Калятка этот мяч сохранить. Шибун прорывается здорово, выходит 1-1, перекидывает вратаря. И вот, наконец-то, эта тройка забивает. 3-0. Можно доставлять на Левковца. Левковец отлично нашел Калятка. Как раскачал сейчас голкипера Михаил Калят. Верас отлично забивает. И вот, наконец-то, прекрасный гол от Ивана Вераса. Мяч сохраняет Фастовец, перед ним раздолье, можно прорываться, Фастовец сохраняет мяч, пас на Юрьева, это гол! Вот так вот Саша Юрьев не справился, все-таки сказывается то, что высок класс футболистов, играющих, и Ивулин, можно забивать, Ивулин, и это гол Александра Ивулина! Дебютный гол!